Всем привет, ребят. Ну что, очередной коллекционер на аккаунте моего подписчика Ярослава с ником КСКДНД. Вот так вот у него ник называется. Интересный ник, не знаю, что он означает. Не находится он в гильдии. У нас есть огненка на смене. Аккаунт, судя по всему, бездонатный. Нет, все-таки донатный. 29 тысяч. Но вот так вот Анубиса даже вижу. Это реально жестко. Сейчас мы посмотрим, что у него веселого, интересного есть. О, 48,82. Это то, что нам надо. Так, смотрим. Бигфут нужен. Заклинательница нужна. Бочка нужна. Кая, стрелок, седна. Кстати, стрелок очень плохо начал падать. Командора, башка Афина. Ронина Сура, Махатма, Рогатка, Бухима. Ну, в общем, просто дофига всего нам надо. Поехали посмотрим алтарь. Так, а ну где-то недавно выпал. Первые эволюции. Ремочный вариант, конечно, интересно. О чем он думает? Ладно, пусть думает. Я бы хрону поставил, не мучился. Так, ведьма, Рину, либо Рину поставим. Варианты как бы есть. Он ждет мены. Не знаю, может мы сейчас какую-то имбу вытащим. У нас вот такой вот коллекционер. С него, в принципе, падает хорошо, но не знаю, студеные очень плохо собираются. Ну и пофиг на них, пофиг на ту свою водушку. Самое главное, что у нас падают просто офигенные герои сегодня. И попробуем сейчас их тут тоже затащить. Ладненько, поехали. Let's go. Сразу же на шамане или шамана. Рыцарь. Я не знаю, что-то как-то сегодня печально падают эти эктоплазмы. Точнее, рыцари. Так, химка есть. Триантик. Триантик. Куб. Студеный. Гаргул. Ну, для начального аккаунта это не то, что надо. Еще два студеных. Леди Лео. Лео, по-моему, у него есть. Варлок Суккуб. Призрачный. Купидон. Вот она понеслась. И все. Как видите, фарм. Издевается, короче, над бездонатными аккаунтами. Как только мог. Где я думал, блин, Фрей уже Сноу. Ну а где, блин, да что это за фигня? Короче, какой ник такой роллинг? 100%. 10 с 15 уже собрали, офигеть. А героев толковых вообще не выбили. Какая-то печаль. Хотел бы я иметь таких противников на своей силе. Так, ну окей, поехали дальше. Капитан Дрейк. Блин, да ладно. 20к, у нас там осталось 3 слизняка, походу. Фараон опять упал. Два слизня. Буду ржать, если они не упадут. Суккуб пос... Вот это жесть. Вот почему так не прет? Поздравляю, конечно, со священным огнем. У нас осталось еще 15к. Водушка, блин, за такие... Самое-то, конечно, смешно. Но при таком количестве недостающих героев, это, конечно, бред. Мы потратили, что у нас получилось, трать с выгодой. 28к. Вот это сегодня самый топовый результат. И, наверное, один из топовых результатов за последнее время. До 30-ки мы уложились. Геть. Ну, конечно, мы толком нифига не выбили. О! Блин, ну день бабуль. Ну, вот реально день бабуль. Ну что, поздравляю.
В принципе, для этого аккаунта это очень-очень полезный герой будет. Почему полезный? Так, ну, по-моему, нету. Нету мохнатки. Можно на подземках использовать, уже показывал. В PvP-локациях однозначно плюс. Конечно, блин, огненку надо куда-то будет ему притулить, но просто огонь. Поехали дальше. Офигеть. Конечно, рыцари хоть... Ну откуда столько таких героев падает? Что за бред? Посмотрите, как ему сыпят студеные. Через раз, блин. О, рыцарь. Моему смену Еще рыцарь, блин. Просто, ребят, это просто жесть. Это просто издевательство. Ну, хотя бы бабульку выбили. Так, поехали. Сейчас мы ее откроем и пойдем в рейды просто. Просто жесть. Так, сердцеедка у него есть? Да, сердцеедка у него есть. Но у него есть, в принципе, священный огонь. Ну, по героям, конечно, так все печально. Так, ладно, давайте. Кого-то надо оживить. Вангую нам сейчас упадет еще. Давай, Влад Дракула, тащи их. Просто мега имба герой. Ну чё, когда-то был. Просто нет слов. Так, оборотень, оборотень, палач. Я говорил, надо просто бегать в рейды. Просто бегаете в рейды и выбиваете, блин, героев. Поздравляю, у тебя есть еще один офигенный герой. Кстати, священный огонь можно... Не, лучше поставить, там есть у него другие герои. Есть ворожей на СО. И друид в конце падает. Ух, ну... Что я могу сказать? По красоте однозначно. С вас, Лукас, и так... Командору мы тоже вытащили. Отлично. Не зря я шоколадку скушал. Где-то. Командора, поехали, пооткрываем. Ну, варианты есть. Можно и на командору своего поставить. Так, 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 так. Командора открыть. Бум. Отлично. Тоже офигенный герой для подземок, если на атаку прокачать. Нахрен тот Анубис и все остальное. Можно свободно пройти подземки, не париться. В общем, вот так вот, ребят. Такая вот у нас Командора и такая вот Махатма. В принципе, все, что мог, сделал, все собрал. Очередной бездонатный аккаунт, и он действительно, опять же, удивил. Доната, по сути, это фигня, а вот вытащили неплохие герои, собрали то, что надо было. Ну, конечно, хотелось бы еще и ведьму сюда получить. Было бы неплохо. Ну, хотя бы слизней собрали, вот это радует, потому что у многих просто печально все с этими слизнями. Сейчас посмотрим, что там у нас в подарках. Ну, давайте. Оп, 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 оп. Дед Мороз. Это, конечно, не то. Так,
потребляемые 10 яичек. Полезная вещь. Ну, вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки. Всем удачи, всем пока.